террористическая организация «Чубайс», то есть «Ледяной Чуб», сражающаяся за повышение тарифов на электроэнергию, планирует взорвать электростанцию. Эта станция была построена, чтобы обеспечить светом казино, клубы и рестораны небольшой деревеньки беженцев. Боевики «Ледяного Чуба» окончательно свихнулись от зависти и теперь мечтают лишить несчастных последних радостей жизни. По нашим сведениям, скоро негодяи нападут на станцию, которая проходит под кодовым названием «Объект Лампочка». Евлампий, ты будешь отправлен в этот район, чтобы любой ценой защитить объект. Если нападение будет совершено тогда, когда мы предполагаем, то в твоем распоряжении будет спутник, который поможет обнаружить противника. Если же боевики нападут в другое время, то мы не сможем обеспечить тебя информацией. По спутниковому каналу будут показывать чемпионат мира по хоккею на траве по пояс. Не хочется его пропускать. Итак, твоей задачей будет любой ценой защитить объект. Если хотя бы одному террористу удастся прорваться к нему, то он сможет взорвать генераторы. Ледяные чубы шустрые ребята. Боевики собираются взорвать электростанцию. Мы должны отбить их атаку любой ценой. К объекту приближаются боевики противника. Приближаются! Боевики приближаются с северо-востока. Уродцы рвутся генератором. Кажется, у нас гости.
Похоже, мы очистили весь район от противника. Отличная работа.